курская коса или балтийская коса. Добрый день, меня зовут Котова Наталья, я экскурсовод и живу в Зеленоградске. Но сейчас мы с семьей отдыхаем на Балтийской косе, и я решила сделать такое сравнительное видео, потому что меня очень часто спрашивают туристы, стоит ли ехать и на Балтийскую кожу, потому что, что касается Курской, все понятно, она достаточно у нас разрекламирована, там много туристических маршрутов, то Балтийская коса – это такая терра-инкогнита. И более того, вот сегодня буквально слышала разговор двух девушек-туристок, которые сюда заехали на 2 часа, и они говорили, ой, что-то мы разочаровались в Балтийской косе. Более того, часто я сама туристам не рекомендую ехать на Балтийскую косу, хотя тут невероятная красота. Здесь масса интересных исторических военных объектов и вообще здесь много всего интересного. Почему же не всем рекомендую? Смотрите мое видео до конца и узнаете. Если посмотреть на карту сверху, то Курская и Балтийская коса такие две сестрички. Они как два уса у сома. И Курская коса, она подлиннее. Это самая длинная песчаная пересыпь в мире. 98 километров. Ну, а Балтийская коса, она чуть покороче, 65 километров. И если Курская коса разделена наполовину Литвой, то Балтийская также приблизительно наполовину с Польшей. И они похожи и по своему строению, тут такие же дюны, но на самом деле, когда попадаешь вот сюда и туда и сюда, понимаешь, что это абсолютно разные по духу. То есть это вот как инь и янь. И если Курская коса – это национальный парк, это дорожки, это инспекторы, это все вот прямо четко, конкретно, это огромное количество туристов, то Балтийская коса – это такой дух свободы, неформальности. Это какие-то невероятные доты-дзоты, которые находятся внутри дюн. Это вот форт западный, который сейчас уже достаточно сильно разрушен, но там тоже можно полазить, много всего интересного. Это аэродром Нойтев с ангарами, которые сейчас охраняются. И открытием этого посещения стал Ржавый город. Это такое очень интересное, неформальное место. И в этом году мы попали на фестиваль «Ржавый дракон». Это надо увидеть. И, кстати, я засняла, поэтому покажу видео. Это проект «Старый люнет» и Валерия Надымова, которая продвигает тут всякую движуху, вычищает субботники, воскресники, информационные стенды, облагораживает это место. В общем, много всего интересного. И обо всем этом я сегодня расскажу поподробнее в этом видео, о достоинствах и недостатках Курской и Балтийской косы. Транспортная доступность. Что касается Курской косы, то тут все просто. Доезжаете до Зеленоградска на машине около 40 минут, и сразу же за Зеленоградском начинается Курская коса. И пролив есть, но со стороны Литвы. А вот что касается Балтийской косы, то пролив, вот он, прямо за моей спиной. Поэтому переправиться сюда, на Балтийскую косу, можно только на пароме. А паром ходит несколько раз в день, там приблизительно каждые 2 часа. 8, 10, 12, 14, 16 и так далее. Последний паром уходит в 9:20. Но паром может не пойти. По какой причине? Например, репетиция парада. Вот как было сегодня, полдня паромы не ходили. Или сильный шторм и большое волнение, тогда паромы тоже не ходят. И переправиться на пароме – это удовольствие платное. 40 рублей детский билет, 70 взрослый и от 600 рублей за машину. Но правда, это билет туда-обратно. И все равно это дешевле, чем попасть на Курскую косу.
потому что Куршская коса является национальным парком, и въезд туда платный для машин 150 рублей. Но даже если вы пойдете пешком через КПП, с каждого еще возьмут по 300 рублей взрослого, потому что это национальный парк. И вот все эти люди сейчас будут загружаться на паром. Но вначале выгрузятся с парома. Вообще переправиться на пароме – это отдельное приключение, особенно в хорошую погоду. Так что рекомендую. Можно даже не оставаясь здесь, просто переправиться туда-обратно. Если без машины. Машину можно сразу же оставить на том берегу. Кстати, владельцы машин, возьмите себе на заметку. Дело в том, что машины, особенно в сезон, не всегда помещаются на паром. Поэтому, если у вас какой-то цейтнот, закладывайте это время отдельно, и, возможно, надо переправиться раньше. Ну, или вообще в день, например, отлета не стоит переправляться на Балтийскую косу, потому что обратно можно не попасть. В общем и целом, что касается транспортной доступности, я хочу сказать, что и на Куршскую, и на Балтийскую косу она все-таки ограничена, потому что на Куршской косе вроде бы нету вот такого пролива, как его, кстати, называют богом данный пролив. Он появился здесь в 1510 году, и точно известна дата. И вот с тех пор Пилау, так назывался раньше Балтийск, получил новое развитие. Так вот, хотя на Куршской косе пролива нет, оно все равно туда попасть не так просто. Ну, надо либо на машине ехать, либо с туристическим автобусом. Пешком там по дороге не очень удобно. И есть обычные рейсовые автобусы, но они ходят не так часто, приблизительно раз в час. И в сезон они тоже все переполнены. Но в любом случае на Куршскую косу все-таки попасть поудобнее. Поэтому балл за транспортную доступность получает Куршская коса. Музеи, места развлечения. И на Куршской, и на Балтийской косе есть сейчас музеи. Если на Куршской косе он существует достаточно давно, есть специальная остановка, 14 километр, визит-центр. И посещение сейчас музея самого бесплатно. Но если хотите на детскую программу в Древнюю Самбию, или покататься на катере, или в частный музей суеверий, то это платно. А вот что касается Балтийской косы, то музей появился не так давно, называется он «Старый люнет», и это частный музей. И обратите внимание, вот при входе есть расписание экскурсий, стоимость 200 рублей с человека. Вообще цены пока абсолютно недорогие. Просто погулять по территории, зайти внутрь можно бесплатно. Мы сейчас это сделаем. И есть вот такой информационный стенд. Видно, как это было еще в 2016 году. И музей очень быстро развивается. Валерия Надымова, она отсюда, с Балтийской косы. Ее отец был морским офицером военным. И вот она начала это дело, многие его поддерживают. Сейчас уже выиграно много грантов фонда президентского. Можно выпить кофе на песке за зданием старого люнета или обычное кофе внутри. Мы сейчас с вами зайдем вовнутрь. Внутри в старом люнете очень удобно, комфортно, каминчик такой. Помещение само по себе классное, обожаю такие потолки. И здесь много то, что мой ребенок называет артефактов. То есть действительно все было найдено вокруг, поэтому очень рекомендую сюда заглянуть. И просто можно, если есть время, вот бутылочки всякие классные, и чай, кофе попить. Здесь делают кофе на песке. Туалет здесь есть, что тоже немаловажно. И всякие такие вот классные вещички.
еще немецкие. Между прочим, расписание экскурсии специально сделано так, чтобы вы успевали с парома. То есть там начало 10:20, 12:20, 14:20. И вот сейчас прямо проходит одна из экскурсий. Часть на улице. И потом зайдут сюда вовнутрь. И, между прочим, самый ценный экспонат здесь – это настоящая машина «Энигма». Вот тут она находится, и на экскурсии рассказывают, как она была найдена. Вообще в мире вот мало сохранившихся «Энигм». Это переносная немецкая шифровальная машина, которая использовалась для дешифрования секретных сообщений. И немцы, они ее очень прятали, а наши очень охотились за ней. Здесь еще есть колодец. И если попросите, вам поставят фильмы. Дело в том, что старая люнет Валерия Надымова, они получили несколько грантов на создание фильмов про Балткосу, про боевые действия на косе Фришенермка. Это очень интересно, потому что вот уже после того, как уже везде закончились боевые действия, после 9 мая 1945 года они продолжали здесь, потому что это было последнее место, куда переправились немцы. И здесь есть памятник, посвященный боям. И здесь действительно очень много захоронений. Книга была издана военным, советским военным офицером, где он описывает все эти события. Там очень много всего интересного, поэтому я вам рекомендую, посмотрите фильмы. Их можно просто в интернете набрать. «Старый люнет», фонд президентских грантов, несколько видео. Там, например, даже есть такая романтическая история, когда не дали звезду героя за то, что жена была дочерью врага народа, и вот потом эта звезда нашла своего героя через много-много лет. Валерия, а как вообще возникла идея вот создать такой музей, старый или нет? Ну, вообще, Наташа, все происходило абсолютно случайно. Это место моих детских игр было заброшенным, но всегда интересовалось, что это за своды. Вот доинтересовал до взрослого возраста, но, честно говоря, хотел сделать вокруг парковую зону, а потом пришли историки и краеведы и рассказали столько невероятное количество информации, что захотелось узнать ее побольше. А потом шли туристы, которые спрашивали эту информацию, просили рассказать, пришлось территорию всем открыть и эту информацию рассказывать. Вот у нас так получилось, ну, не музей, то есть мы называемся информационно-музейное пространство, потому что вход у нас бесплатный, люди могут и бесплатно получить всю информацию, когда уже проводим экскурсионные программы, как в музеях, тогда это уже платно. А так идея вся с детства. И не страшно было вот так взять сам собственными руками и вот такое создать? Я скажу так, незнание – сила, причем женское незнание – это самая большая сила. Вот. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я вообще, у меня шок, потому что все мужики сказали, что это сделать невозможно. Вот, только все снести. Это сказали у нас инженеры, строители, да, архитекторы. Все были в шоке. Вот, все сказали, надо снести. Но так как мы, женщины, не знаем, что такое стройка, я говорю, как снести? Это же место детских игр, поэтому это нужно все восстановить. Мы восстановили. В общем, есть женщины в русских селениях. Да. Ну а сейчас мы отправляемся с Валерией на велоэкскурсию. И чуть-чуть я вам с велоэкскурсии тоже покажу, как это проходит. Оно очень крепкое, и при попадании какой-нибудь бомбы, вот благодаря вот именно вот этим полукругам, оно бы сохранило свою устойчивость. А фотовыставку год назад, да, сделали здесь? Ровно, да, год назад у нас проходил большой здесь субботник, год назад проходил субботник, 18 апреля, убрали здесь все и сделали фотовыставку. Что там, что ли?
Здесь большое помещение достаточно. Выгребли отсюда просто кучу грязи, и сейчас отлично все выглядит, и везде вот такие фотографии. То есть можно заглянуть потом самостоятельно, стена такая интересная. Заходим. Это двух, даже трехэтажная, да, по-моему, тут? Нет, оно двухэтажное, сейчас все подойдут, расскажу, поднимемся для желающих вывести. Кстати, видите, как песком, здесь вот все вы как линичка почистили, но, к сожалению, много мусора. Это недолговременная огневая точка, здесь пушек каких-либо не было, это у нас дальномер, или же бункер целеуказания. То есть здесь располагалось специальное оборудование, которое измеряло расстояние до судов в море. И затем уже на батарею давало, значит, приказ, куда именно стрелять. Вылезаю. Прямо вот в это время, что мы здесь отдыхаем, с 15 по 17 июля, а здесь проходит фестиваль апокалиптический, постапокалиптический фестиваль, который называется «Ржавый дракон». Мы 15 июля побывали на открытии, и сейчас видео несколько с открытия я вам покажу. Да, сделали? На ней приехали? На машине. Ржавый город – это проект, который придумал Роман.
он нам представился как Рамзес. И все, что здесь есть, сделано его руками, включая огнедышащего дракона. И Роман Рамзес продемонстрировал, как он работает. Наверху находится большой баллон с газом, у него пульт дистанционного управления, нажимается кнопочка, и дракон становится огнедышащим. И когда-то на этой территории находились продовольственные склады аэродрома, а сейчас круглогодично живет Роман, и Ржавый город можно посетить круглый год. Вход бесплатный. А вот на фестиваль «Ржавый дракон» вход платный, 500 рублей, но если вы в костюмах, то 300. И большинство было в костюмах, и костюмы было на что посмотреть, потому что фестиваль постапокалиптический. Вообще здесь очень дружелюбная атмосфера, все с удовольствием рассказывают, показывают. В целом, я считаю, что надо обязательно посетить это место и составить собственное впечатление. Таким образом, хотя, конечно, на Курской косе музеи существуют дольше, и они, так сказать, посолиднее, но старый люнет мне очень симпатичен, и все, кто сюда прибывают, они проникают с особым чувством к этому месту, к Валерии, которая организовывает тут и субботники, и воскресники, и вообще в основном вот большинство движухи именно такой вот патриотической, экскурсоводческой, это все идет от Валерии. Поэтому за музеи и Курской, и Балтийской косе я дам по баллу. Сбор янтаря. В своем видео, где найти янтарь, я рассказываю, что янтарь – это вещь случая, то есть вынести его может в любом месте на побережье Балтики. Это действительно так, но есть места, где его выносят больше и чаще. И это Балтийск и Балтийская коса. А во время зимних штормов здесь вообще было, по словам местных жителей, очень много янтаря. Ну и вот во время нашего отдыха было такое небольшое волнение, и вот этот мешочек – это мой улов за эти несколько дней, и вот это самый большой янтарь, он еще такой практически белый, королевский, который я нашла сама. Можно было найти гораздо больше. Вот, кстати, еще парочку таких больших камушков. Но этим надо заниматься, то есть вот прям ходить, собирать. И вот в такой крошке, вот тут, в принципе, янтаря не так много, но тоже пособирать можно. И на Балтийской косе есть уникальная возможность еще купить достаточно большие куски янтаря. Местные жители, они его находят, и вот стоят такие вот стенды, когда-то даже нету рядом продавца, то есть просто стоит коробочка «положить деньги», но вот тут вот сам продавец Сергей, он на месте, и сейчас я покажу, какие продаются камушки. Можно показать? Да, покажи. Вот, например, вот такой кусок стоит 12 тысяч. Сколько здесь, Сергей? 103 грамма. 103 грамма. Но, в общем-то, скидка делается. Так, сейчас покажу вот такой. 8 тысяч. 83 грамма. И есть поменьше, но тоже вот симпатично. Например, вот такой пакетик. Я, кстати, его присмотрела себе за 300 рублей. И здесь тоже достаточно крупный янтарь. Показывал, да. Да, показывал. О, браслет интересный какой, красивый. Весь королевский. Это человек, тоже, да, кто-то да, делал, да, кто-то знаком? Да, жизнь давала, на кожаной основе. И есть изделия. В общем, кому за большим янтарем, можно сюда, на Балтийскую косу. Ну, а вот этот кусочек был найден после зимних штормов. В общей сложности за возможности, связанные со сбором янтаря, Балтийская коса получает балл. Военно-историческая ценность. Для любителей истории, особенно военной, Балтийская коса – это рай, потому что здесь огромное количество всяких дотов, дзотов, бункеров. Вот мы сейчас находимся возле входа в
ну, может быть, какой-то пороховой склад, а второй батареи Линдберг. Вот батарея Нойтиф, она находится ближе к переправе, и туда доходят многие. А вот эту батарею большинство не знают. И вход под зарос, спрятался. Но мы сейчас пойдем вовнутрь. Здесь, ну так, относительно чисто. Вот та батарея, которая ближе к переправе, Нойтиф, там Валерия Надымова, старым нет, они организовали несколько субботников и почистили, сделали фотовыставку. Но, в принципе, здесь тоже достаточно нормально. Можно спуститься. И просто вот такое помещение, то есть проходов, выходов никуда нет. А также в дюнах масса выходов, проходов из одного места в другое. Что касается Курской косы, там тоже есть батарея Рауль. Более того, сейчас Нацпарк там делает пешеходный маршрут, но количество, конечно, не сравнить, потому что именно здесь, на косе Фришенерунг, были боевые действия даже после 9 мая 1945 года. Именно здесь немцы особенно сильно оборонялись, потому что все уже дальше было некуда отступать. И именно здесь погиб последний тигр. И кроме немецких всяких дотов, дзотов, бункеров, есть еще и советские. В самом конце аэродрома есть запасной командный пункт, который был построен в советский период. И о нем мало кто знает, потому что он находится достаточно удаленно. Вот вход. Сразу же видно отличие, потому что он более узкий, и внутри там все тоже более тесно, и там можно ходить, и даже можно заблудиться. Поэтому будьте, если пойдете, аккуратны. Сейчас чуть-чуть пройдем. Надпись, командный пункт. Так, тут всякие ступеньки. Здесь никто не чистил, но пройти можно, потому что мало кто сюда доходит, то есть тут мало оставляют мусору, просто потому что не так много людей здесь бывает. И там сейчас будет расходиться в разные стороны, поэтому главное здесь не заблудиться. Но в любом случае, рано или поздно выйдете. Надпись «Штабные посты», «Командный пункт», еще какие-то надписи, то есть вот в разные стороны отходят помещения. Все очень маленькое, тесненькое. Но это запасной командный ход, пункт, поэтому необходимости не было, наверное, делать более что-то большое. И, проделав путь, мы оказались возле последней береговой батареи. Она называлась «Кадик». И она самая большая, самая заброшенная. Вообще, здесь очень хорошо, если кому-то вот нужен такой дух исследователя. Потому что если на Курской косе там уже все открыто, подписано, то здесь можно лазить, искать. И вот когда вы неожиданно натыкаетесь на такое, это очень интересно. Ну, конечно, до нас на это наткнулось еще достаточно большое количество людей, но, судя по количеству мусора, не очень большое. То есть сюда все-таки доходят самые стойкие. И помещение здесь вообще большое. Сейчас исследуем частично. О, там прям идет туда. Не знаю, сколько тут оно метров. Метров 50, наверное, точно. И в разные стороны отходят комнаты. Окошки, выходы. Еще комнаты. Вот туда когда-то пошла. Прям длинная такая галерея. В общем, целый подземный город здесь. Можно ходить, бродить.
Главное выбраться потом отсюда. Ой, прям мне тут даже страшно. Ага, и в ту сторону, да, что-то идет. И в ту сторону. В общем, огромнейшее помещение. Вот тут вообще уже чисто, сухо. И дальше оно там тоже куда-то все продолжается, продолжается и продолжается. Я тут уже не вижу, фонарика нету, но туда дальше ведет еще. Лестница, которая сейчас ведет в никуда, заложена. То есть видно, здесь был выход, который, скорее всего, заложили в советский период. Мазут на полу. Возможно, это, не знаю, как туалет использовалось, предполагалось использовать. Еще одно такое же место, возможно, это был... Не знаю, или туалет, или колодец, там стоит вода. Еще одна лестница, причем здесь поворачивают ступеньки, заложен, но выход вот он, буквально его видно. Ну и явно кладка уже советского времени. То есть этот выход по каким-то причинам заложить решили. Видно, что в советское время здесь тоже использовалось. Вот осталась надпись «Механика». Ну, тогда же, наверное, и были заложены лишние выходы. В общем, то, что касается именно военной истории и возможность полазить вот по таким всяким классным местам, это, конечно же, Балтийская коса. Ужская коса, там и близко такого нету. Поэтому за... уникальность военно-исторических мест, Балтийская коса получает балл. Уникальность ландшафта. Вот сейчас, глядя на эти видео, даже местные не скажут, мы находимся на Курской или на Балтийской косе, потому что основа у них одинаковое происхождение. И если Курская коса, она у нас сейчас всячески охраняется, это единственный объект ЮНЕСКО от России в категории природный ландшафт, то Балтийская коса на самом деле она, ну, ничем не хуже, я бы сказала. Да, действительно, именно на Курской косе находятся уникальные дюны. Это маршрут высота Эфа, вторые по величине песчаные дюны в Европе. Но на Балтийской косе тоже множество вот таких вот прекрасных дюн. И здесь, в отличие от Курской косы, никого нет. Можно гулять, наслаждаться всем этим великолепием. Так что, что касается ландшафта, то и Балтийской, и Курской косе я дам по баллу. Ну а сейчас купаться. Море прямо вот тут за дюнами. Это место называется... Я, кстати, не знаю, как оно называется. Как-то оно называется. Наверное. Так почему же я все-таки не рекомендую заехать сюда на 2 часа? Дело в том, что ни вот этой красоты природных ландшафтов, ни дотов, ни дзотов за это время вы не успеете посмотреть. Скорее всего, вы успеете только добежать по плохой дороге, которая сбита гаубицами, потому что на этой территории находится воинская часть, и огромную часть именно нашей косы занимает воинская часть. Так вот, по разбитой дороге вы успеете добежать до форта Западный, тоже разбитого, интересного, может быть, заглянуть в старый люнет, может быть, быстро добежать до аэродрома Нойтиф и ничего там не увидеть, и все. Поэтому часто людей посещает разочарование. И поэтому я рекомендую, если уж ехать на Балтийскую косу,
то хотя бы на целый день, а лучше на несколько дней. И лучше с велосипедом. Якутское и Балтийское косы – это десятки километров прекрасных пляжей. Есть даже оборудованные. На Куршской косе в поселке Лесной, там есть спасательная станция, передевалка. И в этом году появился на Балтийской косе прямо возле форта Западный. Там тоже сделали спасательную станцию, передевалку, даже туалет поставили, ножки можно помыть. Но все равно, что касается пляжного отдыха, если вы ориентированы именно на него, я бы рекомендовала именно Куршскую косу. Потому что на Балтийской косе не так давно был разлив мазута, и особенно возле форта Западный, если вы купаетесь, загораете, это чувствуется. Вот я несколько раз в мазут туда въехала. Ну а вот мы сейчас отошли, отъехали на велосипедах подальше. Здесь, правда, какой-то планктон в воде, но так как очень жарко, сейчас отправляюсь купаться. Ну а что касается пляжного отдыха, то бал я, пожалуй, дам Куршской косе. Инфраструктура. На Куршской косе национальный парк давно достаточно уже обустроил туристические тропы, существует хороший путеводитель, который вы можете скачать на сайте park-kosa.ru, и, в общем-то, все обустроено для туристов, туалетов, правда, маловато. На Балтийской косе абсолютно неформальный и дикий отдых. В этом есть и плюс, и минус. Плюс, потому что здесь природу можно пощупать, к ней притронуться. Вот тебе дюны, вот тебе лес. И, собственно, все свободно, не регламентировано. Это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, здесь уже такое большое количество диких туристов, которые выезжают не чуть ли, а на берег моря, на джипах. Везде кемпинги дикие. И, конечно, через какое-то время от Балтийской косы, если будет дальше продолжаться, останется немного. Вот она, собственно, в таком хорошем состоянии, потому что весь советский период сюда доступ был ограничен, здесь была военная база. Поэтому, конечно, надо что-то тут делать. Существуют штрафы, вот Валерия Надымова, Старый Люнет, они даже сделали информационные стенды, и там написано, что выезд вот, и остановки такие на машинах запрещены, штраф 5000 рублей, но проблема в том, что никто эти штрафы пока не берет. Очень хочется надеяться, что все-таки эта ситуация изменится, иначе Балтийскую косу в том виде, в котором она существует сейчас, мы потеряем. Ну, в общем и целом, за инфраструктуру Куршская коса получает балл. И еще один вариант проведения здесь досуга – это кататься на велосипедах. Здесь можно взять на прокат или можно привезти с собой, как это сделали мы. Что касается Куршской косы, там многие тоже хотят покататься, но пока обещанная велодорожка еще не построена, я очень надеюсь, что скоро она будет построена, вот тогда я буду рекомендовать и на Куршской косе тоже прокатиться на велосипеде. Пока это делать опасно, потому что дорога узкая и там достаточно большой поток машин. Ну а что касается Балтийской косы, то есть много мест, куда, в принципе, без велосипеда дойти достаточно далеко. Вот, в частности, что касается Ржавого города, где проходил фестиваль «Ржавый дракон», то туда, в принципе, я считаю, оптимально добираться на велосипеде. Ну или на машине, которую не жалко.
так же, как и в Зеленоградском и Светлогорском, с кустой балтийской косой у меня нет ответа, какая коса лучше. Потому что каждая уникальна по-своему, хотя они в чем-то похожи, а в чем-то настолько разные. И, конечно, надо побывать и там, и там. И желательно не заехать на туристическом автобусе на 2-3 часа, как это делается, вы не почувствуете духа, вы не почувствуете очарования. И, к сожалению, вот многие разочарования именно из-за этого, из-за того, что люди тут бывают совсем недолго. Надо, ну, пожить хотя бы несколько дней, проникнуться этой атмосферой, побродить по пляжам, залезть в доты, дзоты, пройтись по всем маршрутам Курской косы. И тогда вы поймете, какая из кос вам ближе. Мне же нравятся обе. Ну, а если вам понравилось мое видео, вы знаете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до встречи на моих пешеходных экскурсиях по Светлогорску. Это будет аэродром. Покажу, как это выглядит.